Про проект «Заводчанки» я узнала на сайте. Зашла на сайт, мне стало интересно и решила поучаствовать. Я на КамАЗе более 4 лет. Устроиться сюда мне предложила моя тетушка. О том, что я работаю здесь, ни разу не пожалела. Мне нравится в моей работе мой молодежный дружный коллектив. Моя работа заключается в том, что я запаковываю и распаковываю металл. Вообще, я по образованию электромонтёр по ремонту обслуживания электрооборудования. Я поняла, что КамАЗ – это перспективное предприятие, что здесь есть большие возможности. Я планирую получить высшее образование и продвигаться дальше по карьерной лестнице. В свободное время занимаюсь фитнесом и очень сильно люблю заниматься танцами. Еще у меня есть маленький ребенок. Больше времени я уделяю ему, конечно. Мне, как молодой маме, нравится, что на КамАЗе есть возможность уделять ребенку больше внимания.